Гена! Да. Гена, ты директор театра. Театра, ты понимаешь? Посмотри, что происходит. Я выхожу на сцену. У меня монолог Гамлета. Я сажусь, смотри. Гена, это нормально? Это Гамлет, Гена? Гена, посмотри, что это. Я просил купить мне не чулочки, а нормальные белые колготки, Гена. Чтобы я не ходил как поц. Я Гамлет, Гена, не понимаешь? Обещаю, купим. Купим, обязательно купим. Да, что ты хотел? Ты меня вызывал, Гена. Эдуард Петрович, огромные-преогромные спасибочки, что пришли. Тут вот какое дело. Я с таким трудом уговорил драматурга Кукушкина отдать его новую пьесу нашему театру. Так. Но когда он узнал, что главную роль будете играть вы, ну, почему-то сразу же ее забрал. Почему-то. Геночка, здесь нет ничего удивительного, понимаешь? У нас с ним небольшой творческий конфликт, основанный на разном подходе к пониманию того, что такое актерская сверхзадача, сквозное действие и внутреннее сценическое актерское самочувствие. Понимаешь, Гена? А, ну, ясно. Ясно. А Кукушкин мне что-то говорил про какой-то запас. Что запас у него какой-то кончился. Какой запас, Гена? О чем ты говоришь? Какой запас? Это что, овощебаза, Гена? Мы в театре работаем, ты понимаешь? В театре. Какой запас, Гена? Запас этот... запас терпения у него кончился, вот. Ну, это Кукушкин так сказал. Что вы не вернули ему 100 тысяч рублей долго, на репетиции плюнули ему в лицо, а еще соблазнили его жену. Прямо в антракте, за кулисами. При всех. Да? Да. Да. Может быть, Геночка, может быть, но это все мелочи. А главное, что у нас с ним небольшой творческий конфликт, основанный на разном подходе к пониманию того, что такое актерская сверхзадача, сквозное действие и внутреннее актерское сценическое самочувствие. Гена, купите мне колготки, Гена, я прошу тебя, Геночка. Купим, Эдуард Петрович, ну купим. Что я как кот схожу, ну, Геночка, нельзя так.